От представителей партии КПРФ поступило срочное обращение. Якобы члены участковой избирательной комиссии перекладывают бюллетени, пытаются фальсифицировать данные. Предполагаемое ЧП происходит в первой гимназии на избирательном участке номер 3942. В своем сообщении, которое Алексей Куриный опубликовал под названием «Ночной фокус» ульяновского избиркома, он заявил, что в ящик, где хранятся бюллетени, была подброшена стопка новых. Однако политдеятель забыл уточнить, что в контейнере лежали вовсе не бюллетени, а предложения по развитию города, и их не подбрасывали, а наоборот доставали из ящика. Приехали волонтеры забрать, так как у нас идет сбор предложений параллельно на предложение главе города относительно благоустройства и иных вопросов улучшения качества жизни наших ульяновцев. Соответственно, был осуществлялся сбор предложений территориальных и волонтеров, которые осуществляют этот проект, приехали забрать вот эти предложения. В силу того, что на каждом избирательном участке работают круглосуточные камеры видеонаблюдения, информационный вброс партийцев сыграл против них самих же. На кадрах отчетливо видно логотип на контейнере «Решаем вместе». Все собранные предложения адресованы главе города Дмитрию Вавилину. Каждый житель города Ульяновска может оставить свои пожелания на информационном буклете, который распространяется в общественных местах, на избирательных участках, и эти пожелания оставить в специальных дополнительных переносных урнах, которые размещены на избирательных участках. К сожалению, представители партии уже не первый раз пытаются ввести избирателей в заблуждение. Этим же вечером, 18 сентября, политдеятели обвинили избирательную комиссию участка номер 3912 в нарушении процедуры хранения бюллетеней. Восстановить так называемую справедливость депутат ЗАГС Собрания Виталий Кузин и его товарищ хотели самостоятельно, пытаясь без разрешения любыми способами проникнуть на участок. Однако эта фейковая новость дорого стоила репутации партийцев. После проведения тщательной проверки у Кузина не осталось претензий к избирательной комиссии. Однако сегодня в 8:00 в телеграм-канале КПРФ появились ложные обвинения. Председатель участковой избирательной комиссии номер 3912 Сраева Алла написала заявление в следственное управление. Работа по вопросу уже ведется. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.